последние наставления от тренеров и в бассейн на исходные позиции. Соревнования по водному поло априори не бывают скучными. Вот и прошедший турнир «Мега-единство» оказался не только зрелищным, но и богатым на награды. Соревнования, где участвовало больше 80 спортсменов из Ульяновска и соседних регионов, проходили на площадке «Спартака». Ульяновские друзья у нас подготовили вот этот турнир. Я надеюсь, он будет проходить ежегодно. Причем собрали столько команд, я думаю, первый раз, что приехали сюда команды из Казани, Оренбурга, Саратовской области, Уфы. И надеемся, это будет продолжаться каждый год, все больше и больше команд будет присутствовать. Два периода по 7 минут каждый. Этого времени вполне достаточно, чтобы побороться за победу. Водное поло – это не бег по дну бассейна, как может показаться на первый взгляд. Это одновременная работа всех мышц и настоящий бой под водой, который не всегда заметен с бортика. Возрастных ограничений у участников нет. Самому молодому не больше 20, а самому опытному 55. Подобный турнир проводится в регионе во второй раз. В этом году на приглашение ульяновцев откликнулись спортсмены из Самары, Саратова и Казани. Ульяновская область была представлена сразу тремя командами: «Спартак-1», «Спартак-2» и сборная Ульяновского института гражданской авиации. Настоящим открытием турнира оказалась команда дебютанта Самары «Ракета». В борьбе за третье место «Спартак-1» уступил соперникам несколько очков. Итог в копилке ульяновцев – четвертое место. Мы ждали от турнира победы. Это не очень получилось первое место занять. Ждали достойных соперников, достойной борьбы, интересной игры. Все остальное, кроме первого места, нам удалось. Наша команда «Ракета» заняла третье место на этом почетном турнире. Отметить очень высокую организацию турнира, во-первых, как бы добрые отношения людей, спортсменов. Сегодня мы из 8 команд третьи, как бы честная, бескомпромиссная борьба, честное судейство. Борьба разгорелась из-за звания чемпионов турнира. Серебро взяли саратовские спортсмены. Победителем стала команда из Казани, чемпионы России 2016 года. Еще несколько лет назад водное поло в нашем городе буквально топталось на месте. В прошлом году дело сдвинулось с мертвой точки. В городе появились новые команды, которые стали участвовать в межрегиональных соревнованиях. Только за прошлогодний спортивный сезон ульяновские команды успели поучаствовать в 11 турнирах. Набрать игроков, которые никогда в жизни не играли в водное поло, а чисто на голом энтузиазме – это большой успех. Кстати, ульяновцы выступили с инициативой создания своей Приволжской лиги по водному поло. Буквально за неделю до турнира в Москве руководство Национальной ватерпольной ассоциации приняло решение о создании Приволжской лиги. Это позволит проводить регулярно чемпионат среди регионов ПФО и привлекать высококвалифицированных судей. Дарья Сударева, Александр Кудряшов, новости «Ульяновской правды».